Так, девочки, мальчики, мужчины, ну что, товарищи, слышите, водичка течет, купается. Я сплю в зале, у меня такие шикарные подушки, покажу вам завтра утром. Шикарное одеяло, прям двухспальный ковер. И комната миллионера, она там, там у него двухспальная кровать. Я выбрала здесь, потому что здесь терраса, здесь балкон. Слышите, водичка льется. Вот, и мне здесь будет намного лучше. Допиваю свое детское шампанское. И все, завтра у меня дела. Вот. Буду отдыхать. Сейчас буду ложиться на новую кровать. Это мое любимое занятие. Буду говорить на новом месте, при сне жених невесте. Я уже умылась. Вот так. Не знаю, может быть, я бы телевизор включила, чтобы фоном немножко. А то как-то страшно. В квартире. Может, здесь вообще кто-то умирал в этой квартире. Это духи. Господи, спаси, сохрани мою душу грешную. Царица, Мать Небесная, Стар Лаврица. Все, я сейчас закрываю глазки и говорю, на новом месте присни жених невесте. Доброе утро, Инстаграм, Ютуб. Доброе утро. Смотрите, миллионер какой чистит зубной пастой зубки. Сказал мне, что мне точно, срочно надо тоже переходить на вот эту вот зубную пасту. И вот смотри, какая расческа, я так понимаю, это для бороды. Да, у богатых свои причуды, как понимаете. Как я ночь спала? Ночь прошла хорошо. Мне понравился диван, подушки шикарные, прям подушки. Я прям кайфанула. Вот. Но я сама по себе сова, а миллионер, он жаворонок. Ну, понятное дело, люди, которые зарабатывают миллионы, должны рано просыпаться. Ну, и, короче, он меня разбудил, сказал, приведи себе порядок, иди в сад, я приготовлю для тебя сюрприз. Угу. Так что да. Легла на кровати и сказала, на новом месте присни жених невесте. Нифига не приснилась. Думала, чтобы мне приснится мой возлюбленный. Может, он мне и снился. Выгляжу я хорошо. Сейчас буду одеваться, потому что мне по работе надо ехать на... Мне на съемки надо ехать, поэтому мне нужно приводить себя в порядок, одевать сценические костюмы. Мужчины, итак, раскаленная сковородка. У нас на утро. У нас на утро какое-то вот такое детское шампанское. Кстати, мы вчера пили какое-то вообще детское шампанское. Не знаю, смотрите, значит, что у нас? Вот такая вот черная икра для меня. Миллионер не ест такое. Дальше. Вот такой вот джем под сыр. Вот такой вот сыр куплен, привезен с Голландии. Дальше. Вот такой, вот такая вот Филадельфия. Ну, это на хлебушек, я так понимаю. И вот такая вот нарезка. Мой любимый зельц. Вот. И вот такая вот мортаделла. Это будет потом, вы увидите, на столе. Все, петрушечка. Какой молодец. Он поставил ее стаканчик. Прям вообще не парень. И там девочки написали. Так, ананас, я не знаю, если доставать, если надо. А, вот еще, кстати, смотрите, у нас есть вот такое вот шампанское. Но я думаю, утром мы откроем вот это шампанское. Я думаю, сейчас мы утром пригубим для настроения. Девочки писали в комментариях, что Марина говорит... Вот так вот дверь оставлю. Мужчина, вчера прочитала комментарий. Было написано, что Марина, вы себя растрачиваете на... молодых типа мужчин, а они только вами пользуются. Девочки, я уже в таком возрасте, что если они мной пользуются, молодые, ключевое слово, я не против. Вот. Поэтому welcome, и у вас какие-то пошлые мысли. Не завидуйте, девчонки. Вообще со мной общается молодняк, потому что, я вам говорю, энергия, энергия. Я, когда с молодежью нахожусь рядом, я не вижу свой возраст. Если вот так вот, уже 100 раз говорила, передо мной стоит зеркало, да, я понимаю, что я не первой свежести, то есть я понимаю, что я взрослая женщина. Но это только и то. Я смотрю и думаю, сколько красоты в одном человеке. Я не вижу там, ну, я понимаю это головой, что там морщины, там шея, там, я не знаю, что вы там видите по ту сторону экрана. Я вижу себя очень хорошим объектом. То есть, ну, я не замечаю в себе эти... Я считаю, что старость – это не есть недостаток. Все наше, то, что мы, если внутри мы с собой гармоничны, все, возраста у вас нет. Бывает 30 лет, а там ни энергии уже, ничего. А вот худеть мне надо. Посмотрите, какой я отрастила себе фартук на животе. И меня прям, ну, я не знаю, я думаю, что, конечно, это все
Надо ходить побольше. Так, ну что, ждем завтрак от миллионера. Он сказал привести себя в порядок, лечь в постель, и будет сюрприз. Так что вы выйдете все это первым. Мужчина, это прям завтрак всех влюбленных. Я думаю, каждый из вас прошел через это. Если нет яичницы, значит нет. Девочки, мальчики, мужчины, ну что, вчерашняя картошечка. Вот. Яичница. Вот такая вот красивая колбасочка. Жалко, огурчиков мало купили. Сейчас помидорчик я достану. Потому что огурцы, хотя были такие, они уксусные, но были вкусные. Когда будет все готово, покажу еще. Мальчики, мужчины, посмотрите, вот бокалы. Вот такая вот красивая бутылочка Россе. Это Дон Пелерион. Вот. И смотрите, джем. Джем для сыра. Это вот так вот берешь, сюда сырок макаешь, вот так. Потрясающее пюре для детей. Смотрите, это прямо для меня, это для беззубых деток, для маленьких. Вот мамы на утро дают такую фруктовую пюрешку. Миллионер позаботился о моих зубках последних, роскошных. И подумал, что меня надо покормить таким вот пюре воздушным. Хотя у нас есть и ананас. Ой, петрушка вообще прям в стакане. Видите, насколько он меня знает. Не, ну все равно можно макать. А что делать теперь? Уже ж купили. Это произведение искусства. Миллионер Женя делает последний штрих. Купил специальную икру для меня. Замоскворечную. Привезенную с Дубаев. Прям рейсом. Ну, отдельным рейсом заказывал. Когда сумку заказывал, и отдельным рейсом пришла также икра. Все, мы садимся трапезничать. Открывается сейчас утренняя шампанское. Открывай, пожалуйста, дорогой, бери, пожалуйста, бутылочку. Открывай нам на завтрак шампанусик. Вот. Сейчас будем делать перекусик. Девочки, мальчики, мужчины. Утренний обряд. Просто миллионер так привык жить. Он просто так привык. То есть для него сначала шампань французский, а потом уже кофе итальянский. Поэтому здесь все идет по традиции. Такая семейная традиция. Да. Легким движением руки. Так. Тебе колбаску положить? Какой? Или вот эту? Я бутылочку сюда подставлю. Спасибо большое. Тебе надо тарелочки прикупить. У тебя очень мало тарелочек. Мартаделку будешь? Да. Ну, возьми сам. Смотрите, девочки, мальчики, мужчины. Доброе утро, дорогой. Девочки, как это прекрасно просыпаться на такой чудесной даче. О, как хорошо пошло. Ой, сейчас как напьемся. С утра вот такие вот свечи зажжены. Это духов, он выводит духов. Вот мне приятного аппетита. Мне так нравится вообще вот такой вот стиль жизни, когда... Еще знаете, что мне нравится? Вот эти вот бутики с черной икрой из Эмиратов, она прям вот чувствуется арабская страсть. Вот прям по ней видно чернота. Чернота. Это не потому, что черные мысли. Чернота – это вот именно... цвет плоти. Вы поняли, о чем я. И вот смотрите, и вот здесь масло, это белость, да, то есть это белая моя кожа, сверху плоть черноплотная. И вот эти вот маленькие горошинки, это большие-большие вложения. То есть все, что мелко, это все крупно. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Фантастика. Хлебушек поджарен на сковородочке на итальянском масле. Это бомба. Ну, не знаю, вот. Все равно, кто верит в хорошее, это хорошее возвращается. Ну, спасибо большое. Хорошее возвращается. Знаете почему? Потому что вы это заслужите. Там сверху все видно. И поэтому по-любому вам пошли. О, приехала машина за нами. Все, мы машина приехала. Это приезжал почта. Ну, почта. Привезли посылки с Амазона. Вчера она купила кремов себе. Там для глаз от морщин, потому что надо же выглядеть по статусу. Ему понравилась еще моя пижама.
Я сказала, что это Victoria's Secret, и подняла себе самооценку. Самоутвердилась рядом с ним. Он понял, что да, дешевые шмотки мне дарить нельзя. Кстати, я сейчас вам покажу, когда поем, я даже на трапезу, мы должны, ну, ее проводить под музыку. Все, сейчас музыку включи, любимый. Вот, и я вам покажу, что эти майки, они правдышние. Это не турецкая подделка. Есть такая система на телефоне, вы пробиваете штрих-код. Я вам сейчас все покажу, кто не знает. Если кто-то написал комментарий, ну, меня обзывая, я не обижаюсь, обзывайтесь. Поэтому, ну, я вам разрешаю. Так что, девочки, мальчики, очень вкусно. Сейчас, когда мы выпьем первый стаканчик вина, мы пойдем танцевать, будем кружить около меня стола. Очень любит романсы. Каждое утро нужно слушать романс. Под шампанское, под икру из Эмиратов. Какой голос, запомните его. Купил чесночок. Девочки, какой шикарный голос. Боже, какой голос шикарный. Как вы думаете? О, боже мой. Чеснок и икра. И шампанское. Я начинаю краситься. Потому что собираюсь на работу. Девочки, смотрите. Ты со мной мечтаешь встретиться опять. О, берем поезд. Ну, я беру. И еду. Кстати, сумочка очень классная, которую подарил миллионер. Перчаток других дома не было. Оставила все у Сергеевны в Турции. Жалко. Вот розовые сюда прямо пошли бы. Но то, что там у меня идет пересечение с волосом, черное, я думаю, никто не заметит. Я вообще, это еще даже очень скромно, куда я иду, это очень скромно. А иду я на гей-парад, на травести шоу, все, как вы писали в комментариях. Вот как вы писали, я делаю все для вас. Я делаю выводы, поэтому самое главное травести буду я. Ага, сейчас он закомпенсирует, я пока спускаюсь. Кстати, люди очень доброжелательно реагируют, делают комплименты, пока я шла, дошла до дома сюда. Какая колея? Мальчики, мужчины, проходим. Я хочу около окошка, все занято около окна. Боже, чего только времени не увидишь, да, девочки? Куда он одел, да? Так, мужчина, я села в поезд, еду в поезд. Что такое, девочки, мальчики? Мужчины, ютуб. Я доехала до места назначения. Почему ехала на поезде, объясняю. Потому что мне нужна картинка на превьюшку, именно где я вот сажусь в поезд. Ну, короче, вы поняли. То есть это для видео нужно, поэтому я передвигаюсь вот в общественных местах, мне нужно общество, ячейка общества. Вот как туфли светятся на свету, но почему-то правый туфель начинает подтирать. Я взяла, по-моему, карандаш, чтобы намазать. Если мы где-то сейчас присядем, я намажу пятку. Но я взяла кроссовки свои, вот эти, как вы пишете, зимние. Боже, какая красивая женщина. Сколько красоты в одном человеке. Лифта нет. Людей очень много едет на парад. А я все по вашим желаниям. Вы меня же обзывали. Вот я такая, думаю, я же должна соответствовать комментариям. И все, я такая собралась. И думаю, я поеду. Во-первых, ну, мне нужно нарядиться, чтобы попасть в это общество. Меня же так просто не пустят туда, поэтому я как разведка, короче, нарядилась, накрасилась, подстроилась под всех, кто идет на этот парад, празднует этот праздник, которому 30 лет сегодня, финальная такая дата, не финальная, как это сказать, ну, короче, вы поняли. И мне нужно было соответствовать, чтобы влиться в толпу, поэтому все для вас. Костюм пошили, очки прям вовремя. Хорошо, что забралась тут со своей пилотки, а то бы голова была пустая. В поезде получила кучу комплиментов. Ну, короче, как всегда, мы с вами отличаемся. Но там будет, конечно, красивые дамы. Но мне нужно было влиться в общество. Мы сейчас входим на центральный вокзал.
не думайте, что там это самое. Здесь очень много сегодня будет персонажей. Я вам покажу. Я ваш проводитель во все новости итальянские. Поэтому, да. Мы сейчас входим. Я у вас красиво, не переживайте. Дорого-богато, девочки, дорого-богато. Все, как вы пишете в комментариях. Все, что вы на меня наговариваете, я это все воплощаю в жизнь для вас. Чтобы вы самоутверждались. Животы втянули, главное, лопатки соединили. Сейчас я вас введу в курс дела. Я так нарядилась, что я буду как своя там. Я за традиционный секс, но... Никогда не говори, никогда. Кстати, знаете, я вот когда снимаю, не попадает никто. Ну, потому что я к этому уже привыкли. Здесь в Европе никого не смотрят что-то. Но я вот когда снимаю реакции, ну, когда тусиду и не снимаю, такие реакции, мне столько комплиментов делают за мой внешний вид. Ой! Хотелось, это сглазил кто-то, чуть ногу не повернул. О, какая сумка, смотри. Вау. Грация. Я не ожидала такого успеха. Фотографирую. Я точно попаду в новости, это однозначно. Я точно попаду в новости. Пришлось переодевать футболку. Но я не ожидала. Я думала, ну просто пойду там потусуюсь. Я не ожидала столько людей красивых. Я не ожидала внимания. Ну что? Я думала, просто затусуюсь, блин, здесь. Но я у вас красотка. Я у вас звезда. Пришлось снять очки, потому что не зря я делала туфли. Пришлось снять очки, потому что все хотят, говорят, нам нужны глаза. Ресницы. Я постаралась. ЛГБТ. Не пропагандирую, показываю события в Риме. Девочки, мальчики, мужчины, сейчас эти автобусы тронутся и пойдет весь парад. Вот эти вот автобусы. Это одна из центральных площадей Рима. Для меня это прям вообще шоу такое просто. Белая. Семилиссимо!